Здравствуйте, уважаемые зрители канала Дениса Куликова. Сегодня я вместо него. И я вам расскажу о том, какой стрим готовится на канале в ближайшее время. Как вы знаете, я люблю приглашать на стрим интересных людей. И на ближайшем стриме мы с вами пригласим Дмитрия, с которым мы уже стрим проводили. Вот, пожалуйста, посмотрите на его фотографию, кто, может быть, не видел. Это Дмитрий Мишенин. Один из крупнейших коллекционеров продукции Бердского радиозавода. Вот поставим логотипчик Вега, чтобы было понятно, о чем будет речь на будущем стриме. Итак, на будущем стриме о чем поговорим? Ну, во-первых, обещали начать раскрывать понемножку тему Веги 122. Ну, тему 122 Веги на стриме немножко затронем. Почему немножко? Потому что тема, ну, достаточно емкая. Мы еще глубоко к ней не готовились, но кое-что уже на этом стриме расскажем. Немножко поговорим о истории завода. Ну, затронем на стриме некоторые моменты из истории завода. Поговорим про Вегу 120-ю. Как она становилась. Вот посмотрите, это фотография экземпляра из Диминой коллекции. Это как раз экземпляр, который в серию не пошел. Обратите внимание, с клювиком. Это вот кнопочка включения питания. Такой вариант в серию не пошел. Также вот обратите внимание, с какими этот экземпляр был индикаторами. Ну, те, кто за продукцией Бердского завода следят, те прекрасно знают, что в серию пошла 120-я Вега совсем другими индикаторами. Ну, мы их называем калькуляторные, что ли. Вот. А вообще стрим больше, как мне кажется, сейчас будет интересен коллекционерам и людям, которые увлекаются переносными магнитофончиками, магнитолами отечественного производства, потому что значительное внимание мы уделим именно этой продукции завода. В частности, среди прочего, мы покажем экземпляр из Диминой коллекции. Обратите внимание, значит, это у нас 251-я. Это редкая, серийная. Что в ней особенного? Здесь лентопротяжка уже не японская. Здесь завод выпускал лентопротяжный механизм собственной разработки. У меня вот есть подсказочка, я подглядываю, потому что все это знать. Все у нас это только Дима знает. Он специалист, мы будем его слушать. В общем, это редкая серийная магнитола. Еще о чем поговорим. Вот такую будем рассматривать. Тоже из Диминой коллекции. Будет предоставлено видео рабочих экземпляров. Это у нас 253-я. Это опытный образец. В серию он не пошел. Оттого он крайне редкий. Будет много интересных, на мой взгляд, видео. Так что рекомендую, если вам эта тема интересна, данный стрим не пропустить. Как не пропустить стрим? Чтобы не пропустить стрим, нужно подписаться на канал, нажать колокольчик. Ну, вы, наверное, знаете сами, как не пропустить стрим. Планируем, что стрим будет выходить у нас в субботу в 8 часов вечера по Москве. Если вдруг не получится, мало ли, вот Дима приболеет или еще какие-то обстоятельства, я дополнительно через вкладку сообщества вам сообщу о том, что стрим, допустим, переносится на какую-то конкретную дату. Но пока ориентируемся на субботу. Это будет у нас какое число? Сейчас я гляну по календарику. Это будет 12 февраля, ближайшая суббота. Все? А, да, почему все? Может быть, у вас будут вопросы, которые вы хотели бы раскрыть вот по теме, которую я очертил на этом видео. Пишите под этим анонсом вопросы, мы их изучим заранее, чтобы на стриме можно было наиболее полным образом на эти вопросы ответить. Благодарю за внимание, жду вас на стриме. До новых встреч. Пока.